Так. Ну вот, видишь, встретились, а то, говорит, не работать не будет. А у меня, если не сейчас, то можно до 10 октября отодвинуться, когда я вернусь из деревни в город. Хорошо. Ничего, вы поближе к микрофону, что ли? Во-во. О, что-то загремело. Чтоб слышно было хорошо. У вас что, не компьютер, а, наверное, планшет? Да, телефон, потому что все остальное у меня доросло в квартире, поэтому я так, в деревне вам звоню. Ну, у нас, мы сейчас в городе, не в деревне сейчас. В деревню я выеду 10 июня. А почему у вас так плохо? Это, наверное, не плохо интернет, а у вас аппарат такой. Аппарат такой. Видишь, как совсем не слышно. Я попробую все-таки вот следующий, когда... Опять прерывается. А у вас в Смоленской области город Дорогобуш или Дорогобушка, где он, далеко? Да, да. Далеко? Да, далеко. Дело в том, что в войну там был мой отец, когда отступали. В 41-м году ему левую руку оторвало, кисть. Так что Смоленская область для нас как-то касается нас. Ну так. Ну, при таком положении-то вряд ли еще поговоришь-то. У вас какие вопросы есть? Давайте. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я знаю, что все выставляю. Ну, не против? Нет, я не против. Я слушаю, говорите, давайте, послушаем. Я вас хотела спросить, вот некоторые люди, которые, ну, так скажем, Бога, они иной раз могут что-то сказать такое плохое по отношению к другим людям, да, которые верующие. Думают, что люди, которые познали Христа, они немножечко такие, ну, сумасшедшие, что ли, не знаю. Вот я столкнулась с таким случаем, что... Мой адрес тоже говорили, что я вот тоже какая-то сумасшедшая, ненормальная, что вот я живу как-то очень странно. Не знаю, как вот реагировать на мнение таких вот людей? Иоанн Златоуст говорит так. Мнение этих людей, они говорят по-мирски, и мир слушает их. Это писк комара, жужжание жука и карканье вороны. Ну, много ли это значит для нас, что комарик там пролетел? Это все понятно. Они из другой, говорится, ситуации. Они никогда выйти не могут правильно, потому что надеются якобы на силу, на самом деле на дерзость. А верующие все полагают на Бога. Да лишний раз с ними разговаривать не о чем, если только благовестить, подарить Евангелие, рассказать о Боге. И вот у меня еще один вопрос. Ну, коли такая уж связь плоховатая, да? Да. Хотела бы еще один... Маленько голову пониже сделайте, а то у вас голову отрезает до лба. Вот так, пониже, наоборот. Вот так, пониже еще. Нет, еще ниже. Глаза не видать, даже ушли глаза совсем. Наоборот сделайте, чтобы ниже голова опустилась. Вот так. Ну, вот теперь опять ушло все. А вам самих себя не видно там? Вы на свое изображение-то смотрите и регулируете. Опять ушло. Только нос видать. Сейчас видно будет, подождите. Это зависит уже от вас, это не от чего-то. Смотрите на это и опускайте. Все ушло куда-то.
А у ваших знакомых есть у кого-то компьютер настоящий, чтобы хорошо можно было поговорить? А есть, я тогда это сейчас исправлю. Тут вообще не понимаю, что у меня происходит. Ну, вот сейчас слышно маленько. Ну, фотография ваша исчезла, нету ее, совсем нету. Непонятно, что тут, какие-то круги. Ничего нет, наверное. Главное, что не видно-то, что и не слышно. Значит, надо вам от другого аппарата заходить. С этого телефона не пойдет. Что, совсем ничего не слышно? Может быть и так. Ну, смотрите наши ролики, где мы рассказываем о Боге, о вечности. А что говорят безбожники, на это смотреть не надо. Они по-другому и не могут к нам относиться. Господь сказал, посылай, как овец среди волков. Они по волчьи воют, а ты овца блеять только можешь. Если совсем ничего нет, я тогда сейчас отключусь. Все. Где-то найдите хороший там у кого-то из знакомых-то и выходите на меня по Москве с 4 часов ночи до 4 дня по московскому времени. Слышно, нет? Да, да, хорошо, я вас слышу. Вот тут ушло. Почему же фотографии-то нет вашей? Изображение-то куда делось? Вы знаете о своем крещении? Как вы были крещены? Пелагия. Нет. А как крестили? Троекратное полное погружение было? Меня крестили, когда я была маленькая, поэтому я не помню. Ну, а кто-то есть, кто видел, как вас крестили? Свидетели? Мои родные, мама с папой. Ну, они как говорят? Полное было погружение или только так голову помочили? Да. Ничего не известно, да? У меня была такая мечта к вам приехать когда-нибудь. Ну, я вам писала еще ВКонтакте. А я ВКонтакте не хожу, потому что там администрация работает, мне он не нравится. Вот мой мир, в мой мир зайдите. Вот тут будет у нас тогда лучшее сообщение. Мой мир, Mail.ru называется. А вы могли бы в гости приехать, если, конечно, это вам не так дорого. Только не одни. С кем-то из родителей там или кто. У нас, у нас крещение будет 7 июля. Я вам скину сейчас материал, маршрутку, все. Надо приезжать пораньше, тут занятия будут идти. У нас очень хорошо. Тем более вы любите деревню, вы тут будете каждый день купаться и отдыхать, и работать. Работы найдем, кому на огороде помогать. Трудиться очень хорошее дело. Ну, конечно. Доброе дело. Ну что, раз ничего нету. А почему изображение-то исчезло, я так и не понял. Я сама не могу понять. Нужно, наверное, я когда это сделаю, в общем, связь установлю, либо с компьютера зайду, как поеду тогда в городскую. Ну, да, бывает в городе специально такие центры, где можно прийти и там позаниматься, что-то заплатить немножко. И... Вот так. Да, наверное, так будет. Ну, вы наши порядки знаете, да? Никогда, да, никогда брюки не носить. Ходить только в юбке, длинной юбке.
Да. Никаких украшений, никаких сережек, бижутерии, ничего нету. А я это и не ношу, мне не нравится это все. Ну, так вот. Я считаю, что это лишнее. Да. Я сейчас скину все. А вы давно смотрите наши видеоролики? Наверное, уже будут точно. Все, больше года. Это совсем не дает говорить, шумит. Это от вашей аппаратуры. Это не от интернета. У меня-то настоящий стационарный. Ну, от, у меня даже от телефона не кабельный, и то хорошо слышно. Ну, какие смотрите? Это вот если вы смотрите, наш YouTube называется «Во свете Библии». А вот если через Google зарядите, уже из YouTube уйдете и скажете «сайт», православный сайт, я сейчас скину. Вы на него зайдете, там море информации. Вам все будет понятно. И вы, а в моем мире у нас там 22 тысячи фотографий только. Ну ладно тогда, раз разговор не получился, я сейчас скину материалы. Давай отключайся тогда. Во славу Божию. Сейчас выставлю, в интернете себя увидите. Ну, к вечеру там я, может, сделаю тут. У меня заказчика других роликов идет. У нас утренняя молитва идет, можешь подсоединяться. Утренняя молитва, с нами молиться. Сейчас я скину 4 примерно заброса, сделаю вам. Все, отошел, да?